Не спешите. Консервация человека. Александр Воробьев занят своим любимым занятием. Не завидуй. Завидую. Конфета называется Чупа. Чупс. Сосун Гоу. Вашен Гоу. Это говорит о том, что у него дела пошли плохо. Почему не клюет? Вот на леденце написано. Да. Опс. Все. Ответ найден. Вот канарский несколько рыб уже спустил. Ловит, по-моему, на лачку. А? Одинарник просто. Одинарник? Ну поставь тройник. Ну что столько сходов? Ты бы сейчас бы был первый. Колдычевский присоседился сразу, когда увидел, что сход был. Ловит на резину. На резину. На резину. Или на вертушку. Ну, что делать, блядь? Там мелковато, может, что-то поменьше. Сверху камушки видно. Да. Ладно. Пока прекращаем. Канарский Женя берет рыбу. Все состоялось. Рыбка отпущена. Только я спросил, возьми талончик. Говорю, на резину не любишь ловить? Он говорит, неа. И вертушку свою кинул и поймал. Та же самая вертушка? Да. Там это в ней есть варивончик. Это варивончик? Что это такое? Ну это новый. Варивончик — это когда ты берешь, покупаешь разные лепестки, сердечники, и скручиваешь. Нет, это уже новое. Он делает сам? Он делает, да. Ну у него штамп? Видел я его, что надо делать. Да? Да. Я 2 года уговаривал Леона начать, блядь, инлайн делать, блядь. Чуть ли не бить его начал. Когда начал делать, начали получаться. Вьюнов еще только не начал делать эти самые инлайн. Работает безукоризненно, да? Вообще. Я вижу, что идет. О, камни начали плыть. Видите, плавающий камень. Ну, слушай, точно как кирпич, блядь. Значит, уже не 2, да? Ладно, надо бежать к Сашке, узнавать, что там. И, наверное, я его сюда потащу. Вот канарский подключил свой электроподсак. Видите, какой шнур.
подключен прямо к подсаку. Для того, чтобы... Кому? Мне. Какой? Воробьев пришел на нервы действовать. Саш, ты поймал что-нибудь? Одну поймал, какую-то халявную. Ну, на входе в сектор сразу, на первых минут. А что, у вас тут зацеп классный? Да, это Жданов здесь понаставлял шнуров. Лет, я что-то говно поймал. Тяни. Давай. Сейчас еще зацепа у тебя, бля, сейчас приманок будет куча. Да не, у нее был зачет. Были бы там эти самые приманки, и она вытащит. Я думаю, что будут. Возьми ручку аккуратно, вытащи. Ручку запачкаю. Ну а чем ты хочешь? Ножкой можешь взять. О, есть, видишь? Зелененькая. Я сейчас говорю, бля. А если вытащишь до конца, там еще будет. Не зеленых, не хватит, у меня их мало. Место там больше. Конечно, кидать сюда грамм, естественно, она утонет. Народ не слабенький. Воробей почистил водоем. Если не секрет, что за лесочка такая? Шнурик. А, шнурик? С каких ты пор на шнурик стал ловить? Уже 100 лет. Да ты чё? Я уже года 4 ловлю. Да? Ну, может, 3. Еще и скажи, без поводка. А он оторвал. Один раз на застежке, а второй раз... Не на застежке. Ну вот так. Ну, так бывает. Да, бывает. Вот так ловят чемпионы мира, не заворачиваясь. Шнурок, коряги вынимают, бревна. Откуда здесь хоть рыбу вынимали? Ну это уже как повезет. А шнурик сколько? 0,3. Это даже по ариным меркам. Я уже, если я не уловлю, я уже просто... Я просто не очень долго ловлю, поэтому я остальные параметры не помню. Понял. Мне хватает 0,3. Угу. Коля, мы вытащили твою личинку. Ну, такая же. Да. Желтенькая, кислотная. Сань, не зависай. Не поймал еще, нет? Ты заебал, ты только что воды просил. Сейчас тебе ехать бальзамчик. А еще. Может тебе еще налить его? Так, а я там его наливаю. Налить и поднести для. Можно в крышечку уже. Не могу из горла. Ты бальзамчик при ресторане. Мой подсудимый тоже там был. Так что его не с ним заруба. Не засудил его? Нет. Грустно. Грустно, ребята. Пока что грустно. Поклевок нету. Только что была поклевка. Сейчас идет смена приманки. Будет пытаться добирать. Но там на этой струе она стоит от камня, но там поглубже.
Не хочет. Только что поклевка была хорошая. Взяла, но не заела. Да, вся зона говорит. Вся зона уже говорит, что поклевка была. Винки достала, блядь. Сашка достал с первого заброса. Меранс? Да, только кинул сразу. Вчера просто выпил. Поменяй, я понял. 9 пив и, ой, блядь, съел килограмм шашлыка. Ужас. Вот это чемпион Латвии. Многократный, видите? Да. Вот какой у него барельеф. Вчера выпил. Сколько, ты говоришь, выпил? Вообще ничего не пил. А, я вообще ничего не пил? Я же спортсмен. Все равно в протоколе останется. А теперь меняй на белую, еще раз повторяю. Я все время думал, я трехкратный чемпион Латвии. Оказывается, четырехкратный. Четырех. А я думал, три. Нет. Четырех. А после трех уже можно не считать. Если тем более подряд, 3 года подряд. Все, выключаю. Не удалось. Ну, посмотрим, может, сейчас возьмет. Опа, взял на воблерочек. Взял на воблерочек. Взял на воблерочек. Yes, молодец. Молодец. На воблер, да. Сплавил вот здесь, на меляке взяла. Да, да. Угу. Потошечка? Не. Элпо, элпо. Что за воблер Форестер? Деконтакт. А, деконтакт? Что там? Какая-то прилетит. Попробуй микровертушкой. Время удивлять. Ну да, время удивлять и что-то менять, Сашка. Все время что-то выделываться, слышь? Иначе. А? Сашка, вторая сошла. Сошла? Угу. Ну, лохабан. Мэранс! Лохабан! Не надо, он там сейчас заряжен. Чем он заряжен? Клинает небеса, поводок оторвал, лучше не трогай. Да он... Лечиться надо, валерьяночку пить. Сошла рыба? Сань, сошла? Ладно, воюй. Единая песня Александра Воробьева. Тин-тин-тин-тин. Тин-тин-тин, тин-тин-тин, тин-тин, тин-тин-тин-тин. Тин-тин-тин-тин, тин-тин. Там Габренс только что облизывал это бревно. И снизу, и сверху, и сбоку, и сраку. Да. Опс, вот это был флиппинговый заброс. Да. Саш, поменяйся. Легко. Я уже там половил. У меня уже тут надоело вообще. Я бы поменялся с нижним сектором усетки. Вот он сейчас меняет точку. И думает, что это ему поможет. Но Велдра его обманул. А вот и не думаю, что это мне поможет. Давай,
Молодец, быстро учишься. Если поймают, я скажу, что я ошибся. Пока что выключаюсь.